Маршрутное такси считается одним из самых опасных видов общественного транспорта. Водители зачастую не утруждают себя соблюдением правил движения, что нередко приводит к авариям. Госавтоинспекторы проверили работу маршрута номер 27. На машине без опознавательных знаков они проследовали за микроавтобусом от остановки Киноцентральной до местечка Афанасова. Моргал зеленая стрелка, то есть предупреждал о том, что сейчас включится запрещающий сигнал, а водитель вот не обратил внимания, продолжил движение, выехал уже на запрещающий сигнал. Главное – не упускать объект наблюдения из вида. Необходимо зафиксировать правонарушение в процессе движения. Самые распространенные – проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и остановка на пешеходном переходе. В Афанасово маршрутку уже ждет напарник госавтоинспектора. Он проверит техническое состояние транспортного средства. Судя по лечению замка, она не открывалась уже очень давно, и наверняка она просто не работает. Если аварийный выход на данном транспортном средстве, он неисправен. Так, со второй попытки, да? Вторая створка открывается? Вторая створка открывается? Евгений Викторович, вот это нужно делать каждый день. Внезапная проверка застала водителя врасплох. Он даже не спорит с тем, что проехал на красный. Говорит, сделал это, чтобы не прибегать к экстренному торможению. Но не учитывает, что водителям общественного транспорта всегда необходимо соблюдать скоростной режим. Проезд на запрещающий сигнал светофора, согласно статье 12.12 КОАП, водитель будет привлечен к административной ответственности. Штраф за данный вид нарушения 1000 рублей. Вот. Неисправность, связанная вот с технической частью автомобиля, на водителя накладывается штраф 100 рублей. Подобные рейды инспекторы проводят регулярно. Говорят, проверки дают положительный эффект. Водители начинают ездить аккуратнее. Ожидают, что за ними могут наблюдать. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.